Идет такая, и мы такие, блядь, откуда блин, она прикинь, тут? Я не нажал на запись. Все это время она не записывала? Да. Вот, да. Одна, ночь, я знаю, просто стоит, просто не сразу спрятаться. Иду. Чего? Там одни палатки, мне кажется, уже, слышишь? Мы просто ходим, смотрим, место вверх, может, не приедем туда в поход. Ночевка. Кто-то вот Тимура, туда. Какие-то годины. Здесь смотри, как круто. Тимур. Что ты говоришь, вот с Тимуром на карьере, например, или что-то один. Здесь много же интересней. Мы просто были с Тимуром. Я вижу, что мы эти места еще не обследовали. Мы еще здесь не были никогда. Давай посмотрим. Квадратиками сворачиваем, да? Как вообще, какие места есть поблизости от города? Видишь, смотри, какой берег, да? Как вот, вот здесь вообще офигенно можно было переместиться. Ну, да, я тебе говорю, надо выбрать. Нет, ну сейчас. Точно, полезно. Я пойду. А, видишь, дождь был. Мы не знали, что здесь будет. Иди так. Просто не хочу больше есть такие палатки, ой, походы, где приходится целый день в питание наехать. Только потом. Через... А мы не здесь сейчас в этот раз пытались пробраться? Нет, где-то не тут. Ой, просто тебе говорю, крутить педали, не здесь хоть. Ну, хотелось бы хоть целый день в природе, а так лучше. Знаешь? Я так. Тебе про это и говорю, что нужно ехать. Один день ты едешь, переночевал, да. Целый день развлекаешься, переночевал, на следующий день ешь и обратно. Это само собой. Поэтому я говорю, что если мы поедем на Страдавню, или на пещеру, или куда-нибудь еще, то там будет такое. В день ты едешь, снимаешь нагрузку, лишь день просто отдыхаешь. Потом обратно. Сейчас вот так вот пойдем. Золотцвет. Ну, вот там наверху, конечно, вот это вот последнее место вообще нормально. Во вторник с утра ты ищешь, едешь искать все эти местечки. Ну, а что бы нет? По грязи, да? А почему думаешь, там грязь? Мне кажется, я просто не заснуту, ну что, блин, не. Ну так, я же тебе говорю, что надо сделать заранее, вовремя. Ну за все, у меня пары. У меня пары. Мне надо идти на пары. Как я могу заранее на пары сходить? Ну надо было год назад экстерном. Понимаешь? Так жизнь она и проходит. Вот мне кажется, это дорога, как раз здесь она. Хотя нет, наверное, просто распахнуть. Мне кажется, да. Это давно вообще распахнут. Давно это распах, но вот только что. Буквально, может быть, неделю-две недели назад. Ну, какие, смотри, картинки. Я тебе говорю, вот это. Порно. Это не порно. Там написано порно. Ну там круто, там круто, загородились. Там еще классно. Ну там тоже территория. Сейчас мы вот сюда наверх вылезем, пойдем налево. О, смотри, какая яма там. Здесь, мне кажется, должна быть параллельно такая же дорога. Да, вон там как раз. А шея какая-то. Еще куча народу сидит. Вон она дорога, Алена. По Сахаровскому лезу. Смотри сюда, как раз заехали все на эти. Тебя включили? Да. Че снимаешь траву? Вот, мне кажется, наш дорога, в котором мы едем. Вот точно, видишь, дорога идет по всей территории. По ней мы, может быть, катались. Раз сюда на машину заезжали.
остановка. Что, так пойдем? Давай так попробуем. Да, обратите внимание, комаров вообще нет. Ни комаров, ни мошек, вообще ничего. Вот они звука боятся. Здесь вообще большой длина. Машина едет. Слушай, туда, смотри, уходит палатки в лес. Далеко причем. Ну что, здесь полезай? Да, палатки уходят. Прикольно здесь, да, вот наверху? Вот там вот место, вот там вот место. Это шикарно. Здесь там балочка крутая, да? Наверное, пытаться разгрести. А тут, да, да? Здесь мох. Тут все убрать. Вот так, таким образом засыпаешь. Ой, как тут. Вот, да. Вот здесь вот работает, вот не знаю, что там покупает. Здесь чисто ровно. Да, ровненько. На 7 минутов так было, когда вот так. Да, на топ. На топ все равно легко выспался, да? Я нормально высыпаюсь. Я когда просыпаюсь, я нормально. Здесь стакло надо спать. Ты видел, да, сколько там в лес уходит, вот здесь вот. Да, народу много, все хотят обособиться.
них 4 дня выходные. Понятно. Едешь везде, проходит, где платные, где бесплатные, разные. Да, когда закончится, я погуляю. Просто я тоже хочу искать. Там же не на один день, ты можешь искать сколько хочешь. Ну, мне кажется, там все уже прочее. Нет, ты что? Давай надо в четверг поедем. Или в среду. Среду вечером можно. Нет, надо ехать с утра. Мы можем съездить с тобой в следующие выходные. Да, в четверг с утра. Четверг. Посмотрим по погоде. Да, лучше там, а справа. Справа. Да, если здесь такой движняк, какой там движняк? На той поляне. Знаешь, что я сейчас поняла? Это черный жадный клей. Она все делает для того, чтобы купить новый. А то там уже у нас осталось, что ли? Можем это. Сосисок купить. О, да, давай сосисок с хлебом сделаем. Блин, ты чувствуешь этот запах хлеба жареного? Да, чувствую. Блин, смотри, что хлеба. Может, там я опять шашлык привез. Что, мы опять коньяк? Или пиво? Я в принципе говорю. Нет, в принципе, что? Ваня, меня сейчас начнется. Кирилл, ты всегда. Модульные, расчетные, песни. А нет, вон там третий дуб тоже растет. Этот взорвал, давно взорвал. Вон там здесь еще один растет. Да, вот это ему лет на 120. А так если желуди много падает, почему мало желуди? Нет, ну вот он растет. Ему может быть солнце не падает, может быть там не сломает. Это дубон маленький. Тут много. Вот этому дубу, да, очень много. Вон тут два побольше. Просто их выламывают, а там не дают им прокмоть. А этим думал на хрена. Да, в туалет. Хочешь туалет? Да. Оранжевый? Ну, я думаю, что да, скорее всего, это туалет. Нет, это либо туалет, либо душ. Может быть, это для переодевания. Вот просто на место такое. Тусовочное. Да, это туалет. Туалет? Да. Даже страшно смотреть по этим. Ну, пошли тогда в лес. Там просто две доски, ага. Шатающиеся, шатки. Дырка. И так, нет, там говно выступает над дыркой. А, уже? Да. Фу. Ну там чисто встать и просто... Нет, вот там вообще реально вот этот нет. Давай приедем сюда. Когда? На следующий выходной? Нет, ну смотри, у тебя когда? В следующий выходной мы лучше куда-нибудь поедем, я говорю, старый, ты торвёл. Нет, мы можем в пятницу ехать. Я просто не знаю, когда у нас первый... А, ну, нет, у нас в следующей неделе еще считается учебный. В пятницу ехать 12, можем ехать во сколько ты хотел. Да, смотри, яблоко.